Сегодня меняем микросхему управления форсунками на блоке управления Bosch Motronic ME7. Это китаец, легковой ховер. Значит, что получается? У них частенько выключают одну форсунку. Хотя прозвание все нормально, импульс есть, но этого импульса недостаточно для полного открытия форсунки. Этому машина троит. Помогает замена процессора вот этого. Что мы сейчас, собственно говоря, и будем менять с помощью нижнего подогрева. Плату, потому что здесь не оторвать. Плату можно оторвать и сломать. Значит, мы включили нижний подогрев. Сейчас он у нас разогревается. Меряем. Сейчас мы померяем, сколько градусов у нас нагрелась микросхема. 73 градуса микросхема нагрелась. Сейчас мы возьмем фен, отпаяем и поставим на место новую. И блок заработает. Это болезнь китайского автопрома. Это нижний подогрев.